Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Асхат Халилов, и сегодня анбоксинг, видеообзор тактического подствольного фонаря Nextorch Т6А. Вот в такой симпатичной коробочке, приобретен в магазине База В. Здесь есть вот такая книжечка. Инструкция. Вот, очень симпатично все упаковано. Две батареи. Ну, давайте потихоньку будем заряжать. Тип лампы ксеноновая 6 вольт. Световой поток 80 люмен. Время беспрерывной работы 60 минут. Дистанция 144 метра. Тип батареи, вот две штуки, CR123A, литиевая батарея. Материал корпуса, алюминий. Покрытие корпуса, стойкое черное анодированное покрытие. Материал линзы, стекло. Габариты прибора 129 мм на 25 и на 34. Вес прибора без учета батарей 115 грамм. Переключатель тактический. Давайте зарядим батареи. Тут вот на фонарике показано плюс-минус, то есть никаких проблем. Здесь есть кнопка, но ее нужно удерживать, если вы хотите, чтобы беспрерывно светил. Вот. Крутим до конца. Вот он зажегся. Ослабляем и нажимаем кнопку. Ну, можно использовать, допустим, для подачи сигнала или подсветить на короткий промежуток. Для постоянного нужно докрутить до упора. Вот видите, достаточно ярко. Тип лампы, еще раз напомню, ксеноновая. Небольшой размер, достаточно компактный. Nextorch, специализированное решение, разработан специально для охоты. Конструкция фонаря противоударная, водонепроницаемая, мощность светового потока 80 люмен, дальность 144 метра и время непрерывного горения 60 минут, час. Вот такой интересный фонарик. Если вам понравилось, оцените видео, подписывайтесь на мой канал, будет много новых интересных видеообзоров. А да, самое главное, был куплен 70% скидкой за 4140 тенге. Старая цена 13800 тенге. В описании под видео цену укажу в рублях и в долларах США. Удачи, всего доброго!